долбоёб. Смотри, ты долбоёб, правильно? Да. Неправильно. Правильно. Подожди, почему? Ну, ошибаетесь, вы неправильно. Когда только нет. Ты не ошибаешься, ебать. Нет, сейчас конкретно по нему вопрос. С чего ты взял, вот, что... Не, подожди, стой. С чего ты взял, что ты не долбоёб? Вот почему, как ты можешь пояснить мои слова, что ты не долбоёб? Я-то могу тебе их пояснить легко, так же, как и за животное, что ты животное. Потому что хорошо. Только у животных, послушай меня, потому что только у животных нет своего мнения. Ага. Соответственно, у тебя нет своего мнения, соответственно, ты становишься животным автоматически, и это факт. Вот это а пояснение. Как нет мнения? То, что я знаю, что вы две подошвы, это не мнение? Это уже у тебя тараканы в голове. Это мнение, это вафли. То есть это тараканы, да? То, что вы две подошвы, это тараканы, это не мнение. Хорошо, пояснение. Пояснение чего? Ты что, долбоёб? То, что вы подошли? Твоих слов, вот, давай вот так. Ну смотри, заходим в Google.